По Димитрограду я понимаю, почему мы торопимся, потому что, опять же, сейчас кто-то скажет, сенатор – это не наша тема, это не так. Выбирая губернатора, люди должны знать, кого они выбирают сенатором. Сенатором у нас сейчас в данный момент Рио предложил да, Гибадзинова, Грачева и Рябухина. У меня как бы есть предположение, как бы, да, в связи с этим, почему Костомаров торопится по Димитровграду. Потому что очевидно, что сейчас все говорят об этом, что наш коллега Гибадзинов будет сенатором. У меня как бы другое мнение по двум причинам. Первая причина – это очевидная, да, потому что всякая политическая конфигурация, все, что происходит у нас в регионе, вот в любое время, по любой ситуации задайте себе один вопрос. Да, в этой конфигурации есть ли интерес Костомарова? Я не вижу интерес Костомарова в конфигурации Гибадзинов сенатора. И по большому счету, при всем уважении, как бы, да, Айрату не по Хуану Самбрера, как говорят в Испании. Да, поэтому я не думаю, что ему конкретно это предложат. Да. И вторая причина. Рябухин. Человек под 70 лет, уважаемый, существо добивался. И я не верю, что он идет спойлером, как бы, да, Гибадзинова. Почему это все рассказываю? Потому что важно избирателям знать, в конечном итоге, кто будет сенатором. Выбирая русских, они должны знать, а кто будет сенатором. На мой взгляд, это мое, как бы, да, там, сугубо, как бы, политический взгляд. Сенатором, безусловно, будет Рябухин. Сейчас скажу, зачем Рябухину сенаторство, он и так сенатор. Извините, когда человеку под 70 лет, дай бог здоровья, да, не срок сенаторства, скажем так, да, от нас, законодательного собрания. А здесь получит он 5-летний срок. Он пойдет от губернатора, освободится место сенатора от законодательного собрания. И вот здесь можно уже, понимаете, предположить что угодно. Да? Я считаю, что как сегодняшний день, как бы, да, все, скажем так, единороссы с деньгами могут быть спокойным, скажем так, да, при правлении Костомарова. Также здесь кто-то из, в этом зале, поскольку сенатором может быть только депутат, да, я сейчас не хочу гадать, да, учитывая то, что Малышев сказал в прошлый раз, у меня, конечно, веет некоторые сомнения, потому что у нас Ростислав Анатольевич очень сильно не хотел как бы стать депутатом. А вдруг он захотел стать сенатором? Я не знаю. Ну, вполне возможно, что такое есть.